В 1 кг фарша добавляем 2 столовые ложки сметаны, зеленый или репчатый лук, 100 мл холодной воды, 10 грамм соли, а специи можно любые, по вкусу. Все смешиваем и даем настояться. Тем временем 8 яиц вливаем 120 мл молока. Солим, перчим и хорошо перемешиваем до однородной массы. Затем жарим блинчики. Из 8 яиц получается около 8 блинов. Сверху блина распределяем фарш и укладываем любую начинку, по вашему желанию. Сворачиваем, кладем на противень и сверху обильно смазываем сметаной. Отправляем в разогретую до 175 градусов духовку на 30 минут. Спустя полчаса достаем и щедро посыпаем сыром. Возвращаем в духовку еще на 10 минут, чтобы сыр растаял. Вот и все. Это действительно невероятно вкусно. Обязательно попробуйте. Готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита!